Буду делать торцевую шахматную доску. Эта доска будет сделана из амаранта, бразильского амаранта и твердого клена. Доска достаточно большая. Размер клетки будет 58 мм, а общие объемы почти 600 на 600. 585 на 585. Помимо того, что изображено на чертеже, здесь еще будет фигурная рамка и буквенно-числовая нумерация. С твердым кленом проблем нет, а с амарантом придется повозиться. Это очень плотный, такой твердый материал, который плохо склеивается, и нужны специальные методы для того, чтобы доска получилась хорошо. Вот я подготовил твердый клен и амарант. Клена будет использовано немного, поскольку из клена делаются только шахматные клетки белого цвета. А вот амаранта уйдет достаточно много, поскольку пойдет и на игровое поле, и на рамку, которая будет вокруг основания доски.
Thank you.
Thank you.